Мария, вдали от крутой подъема было не наступ. Октябрьским днем. Когда я услышал звук, напоминающий гром, я оглянулся назад, и я увидел глупые, из него три колеса, пожирающие мир. Я оглянулся назад, мне было интересно, возьмет или нет. Я так устал голосовать за последние 100 000 лет. Я без надёги поднял руку, и ты остановилась, и ты спросила меня, куда тебе, милый, если на север могу подвезти. Я поднял свою гитару, улыбнулся и ответил ей, что нам по пути. Сказала, что тебя зовут Валентина, что ты поставила недавно шипованные шины, и не смогу ли я спеть что-либо для нее. Я расчехлил свой паркер, затянулся пару раз, и меня понесло. Я спел ей про евреи, про такие дела, братубок. Я спел ей кучи-кучи, мэн. Еще по евреям, затем о любви. Я затянул было врача, но тут она сказала мне, слышь, парень, погоди. У нас оглох мотор, и я вылез из коляски. Воцарилась тишина, вокруг все стало, как в сказке.
свершилось чудо. Я без проведения катков прыгну в коляску. И мы понеслись. Да так, чтоб ей мало успела крикнуть мне.